Следующий бой я приглашаю на ринг Позднякова Михаила, но сначала внимание на экран. Я Позняков Михаил, мне 16 лет, занимаюсь 5 лет в клубе «Альф-Патриот» рукопашным боем под руководством двух тренеров Щуренко Алексея и Архипова Виталия. Моя благодарность погибшим сотрудникам «Альфа» в борьбе с терроризмом за то, что они защищают всю нашу родину, в том числе и меня. В будущем мне хотелось бы служить и защищать свою родину так же, как они. На этот бой, на этом турнире, меня вдохновил их подвиг. И очень хочется его победить, чтобы доказать, что я ничем не хуже, чем они. Скажи, а как ты пришел в рукопашный бой? Я узнал это от друга, и мне это очень понравилось. Я в первый раз пришел посмотрел, мне понравилось и решил заниматься. Скажи, а как ты относишься к заповеди, если тебя ударили по левой щеке, подставь правую? Нейтрально. То есть это не твое? Но я бы лучше ответил. Ты считаешь, надо быть первым? Нет. А чего? Убегать? Нет. А что делать? Обороняться. И часто ты обороняешься? Приходится. А в школе часто обороняешься? Я стараюсь избегать. Понятно. Ты считаешь себя счастливым? Счастливым считаешь? В каком-то плане, да. Ясно. А кто из любимых киногероев тебе нравится? Ну, подумай. Ну, Бэтмен, наверное. Бэтмен? Да. А почему? Ну, в каком-то плане защищает город свой. Ясно. А вставь любимую свою стойку, какую-нибудь бойцовскую. А Бэтмен? Теперь... Аплодисменты, друзья! Позняков Михаил, клуб «Альфа-Патриот», город Жуковский. Встречаем! Вокруг да около. Он не любит Спайдермена. Для него ничто не значит Железный человек. Встречайте, гроза супергероев Михаил Позняков. Спортивный военно-патриотический клуб «Альфа-Патриот», город Жуковский. И отдавала крестик свой, чтоб совладать я мог с бедой. Живи по-козачьи, ведая удачу. А, ну что ж, друзья, в красном углу ринга Козеев Руслан, спортивный клуб «Ярополк». Внимание на экран. Меня зовут Козеев Руслан, мне 16 лет, занимаюсь в спортивно-патриотическом клубе «Ярополк» полтора года. Являюсь чемпионом Москвы и Московской области по рукопашному бою, а также призером всероссийских турниров по смешанным единоборствам. Хотел бы выразить глубокую благодарность и большое признание бойцам спецподразделения «Альфа», которые погибли во время борьбы с терроризмом. Ясно. Скажи, пожалуйста, а как ты относишься к тому, что Илья Сергеевич участвует практически во всех аспектах твоей жизни? Образование, спорт. Никакой свободы тебе не дает. Ни учеба, дом, спорт. Все контролирует. Тебе это нравится? Скажи. Ну, нравится, нет? Ну, не всегда. Ясно. Ты в считаешь, что... В каких-то моментах да, в каких-то нет. Я понял. То есть ты считаешь, он не прав? Бывает неправ. А ничего, если я в зале сижу и смотрю на тебя? Ой, простите, Илья Сергеевич. Скажи правду. То есть тебе нравится... Очень, очень нравится. Нравится. Он всегда прав. То есть тебе нравится этот контроль? Да, да. И ты счастливый очень. Человек? Ты счастливый человек? Ну, видимо, да. Мы брали интервью у твоего брата, он сказал, что в доме хозяин он. А еще он сказал, что ты его бьешь ногами. Правда? Бывает. Бывает? Ну, бывает? Нет. Понятно. То есть брат несет клевету? Да. Ясно. Ну что, встречаем? Конечно. Все, Руслан, хорош. Козеев Руслан, спортивный клуб «Ярополк». Встречаем!